Глава Приморского сельского округа Василий Рогалев отчитался перед жителями об итогах совместной работы с депутатами. Произведены ямочные ремонты дорог, реконструкция стадиона в Цибанабалке, введена в эксплуатацию новая насосная станция, заменили аварийный водопровод. Жители задали главе округа и председателю совета Леониду Кочетову волнующие их вопросы. Сельчанка Людмила Лукьянова попросила отремонтировать фонарь возле дома по улице Виноградная, 30. Другие просьбы о газификации, асфальтировании и ремонте дорог сельского клуба, обновлении тротуара на улице Садовой, на улице Заречной в поселке Пятихатки поменять стабилизатор напряжения. Все пожелания населения Приморского сельского округа были услышаны и учтены. Всем огромное спасибо активу населения. Вот все, что сделано, это сделано только вместе, потому что одному сделать это невозможно. Благодаря вот вашей настойчивости, вот тем всем усилиям, вот то, что вы делаете, ваше, в общем-то, ну, такое доброе беспокойство, забота о тех проблемах, которые существуют на нашем округе, в нашем Приморском сельском округе, конечно, они решаются. В ближайшее время на очередном совете общественности сельчане узнают о предложениях, которые вошли в план работы 2015 года. Что будет сделано в первую очередь и что в долгосрочной программе. Леонид Кочетов пообещал проанализировать каждую проблему в округе, чтобы жизнь в селе становилась лучше.